Всем привет, вы на канале Сурлов Никита. Это я. Продолжаем играть Fallout. Но перед началом. Думаете, сейчас забайчу, скажу, типа, подходите на Boosty? Нет, сначала я вам покажу вот этот балык Вернер. Просто, ребята, если вы качаете... Вообще, даже если вы не качаетесь, просто в день такую пачку съедаете. Чтобы вы понимали, на 100 грамм... Во-первых, здесь 112 калорий. Во-вторых, это 19 грамм белка и всего 4 жира. Это просто мега идеальная закуска. Это у нас балык, копченый на деревенской щепе. А балык еще свиной. Я не мусульманин, чтобы не есть свинину, поэтому... Для качалки вообще тут 150 грамм стоит 100 рублей. Закуска идеальная. Вот. Чтобы выживать в пустоши. И нюка-колой запивайте без сахара. Все, теперь можно идти. Окей, куда мы идем? Я буду иногда подъедать. Так, теплица Green Top. Хочу куда-нибудь вот сюда сходить. Блин, хижина рейнджера, почему ж ты... А, кстати, подожди, нет. Для начала надо глянуть, что у нас тут по воде. Так, не сюда, не сюда. Все, все кнопки в мире перепутал, есть. Боеприпасы, хлам, разное. О, это я сдал так? Крышка, шпилька. О, очищенная вода. 41 штука! Блин, ну, вес, конечно, нормальный. Но можно, кстати, же продать еще. Тыкву, ну, пока оставим. Пока оставим. Так, seems good. Еще мы можем, знаете, что поставить? Сюда можно еще поставить оборону. Ресурсы разные. О, станция сбора мусора. Можно куда-нибудь сюда поставить. Давай. Кормушка для браминов. Ну, куда-нибудь туда, на задний двор бы. Скотный двор. Можно сюда поставить. Пусть будет. Так, колокол. Позвонишь, чтобы сюда собрать находясь рядом. Позвонишь, чтобы собрать находящихся рядом поселенцев. О, прикольно. Давайте куда-нибудь сюда поставим на угол. Что еще есть? Сирена. При срабатывании подает находящийся рядом поселенцев сигнал тревоги. При срабатывании. А, у меня не хватает. Цель быстрого перемещения, позорный стол, парикмахерское кресло, операционное кресло. Так, это все из приколов. Так, а что у нас по воде там было? Арбузы когда будут собираться-то, вопросики? Не, балык очень вкусный. Очень советую всем. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Можно еще поставить. Water. Помпа электрическая. Помпа электрическая. Производит 10 воды. Он тоже 10 воды производит. Ну, у меня керамики нет. Ну ладно. В принципе, все. Так, арбузы собираются. Вот если бы каждый взял бы в руки винтовку и защищал бы. Так, давай поговорим. Может, тебе воду продать? Hey, Carla. Need to pick something up? Road's pretty long from here. Oh. Sure. Да, только и штанов не выпили.
Нифига. Сейчас заберу у тебя все деньги. А, ну можно еще забрать патроны. Короче, ладно. На тебе так вот 30 воды. А тебе я возьму патроны. Все? Good? О, сейчас ногу закину, чтобы поудобнее было. Ой, кайф, нога закинута. Все, тебе вода, мне патрончики. Все, seems good. Я рад. Так, что у нас есть одежды, чтобы Гаврику этому дать? Одежда. О, армейский шлем хочу ему дать. Эй, what is it? Эй, what is it? Обмен. Окей. Так, армейский шлем. Взять, выбрать, смотреть. Блин. Как его на него нацепить? Взять, выбрать. О! Гуд. Будешь так ходить теперь, короче. Как крутой мачо. Окей. Вроде все. Можем пока тогда в хижину сходить. Нормально, вода есть. Раньше б знал. Раньше б, конечно, этим всем занялся с водой. Смотри-ка. Все-таки как зачистить полностью эту штуку? Химлаборатория. Пока не могу использовать. Что ж, фокусы ложь. Очень жаль, конечно, что не показывает, что зачищено. И непонятно почему. Наверху вроде никого. Ну ладно. Так. Впереди какой-то этот самый завод. Можно пойти посмотреть, что там. Когда-нибудь мы найдем нормальное оружие. Так, очищенная вода 10. Ну, ладно. Оружие. Можно пока с тесаком побегать. Окей, я хотел как раз... Сигнал пропал. Так, тут кто-то должен быть, 100%. Хранилище лодок. Викед Шпинг. Так, наверное, все-таки надо нормальное оружие. Так, где мой 10-миллиметровый? Начнем отсюда. О, гули, вообще не страшно. Снайпнул в полете. Отдыхает. Так, зажигалка, жевательная резинка, какие-то штуки. О, наверное, тут можно будет поселение построить. Даже думать не хочу о том, что произошло. Ну, тут есть вот эта шняга. Крышка, патрон, кукуруза. Короче, все заберу. Сейф. Так, главное, чтобы не взорвалось ничего. Пистолет, патроны, деньги, калибр, серебряная ложка, ядерная батарея. Ловко ты управляешь со шпилькой. Мне самому нравится. Так, что-то как-то подозрительно здесь тихо. Дикий гуль-бродяга. Оу!
Ау! Сука, не то сделал. Дикий гуль-бродяга мне уже, конечно, неприятен. Инъекционный пистолет. Блин, придется заново все чистить. Что это такое? Коряга какая-то. Коряга. Я помню, я вот не... Точнее, я не помню, сон это или реальность. Но мне как-то... Гулс. Так, еще раз все это, значит, собираем. О, я что-то подобрал какую-то эту. Так, предметы, помощь разная. Майкла Дейли. Личный дневник штаб-сержанта армии. Не-не-не, не Майкла Дейли. Беглянки какой-то. 22 октября 2077. Блин, сетигала записи, надо... Блин. Короче, вот это читать, это как в этом. Как играть в GTA 5 и читать. Это очень неудобно. Неловко. Найс. Так, не ожидал я сильного гуля встретить. Так, F5. Короче, хлам. Сигара. Чё ключ? От чего я нашел? Ключ с данными. Так, надо не спешить. Критическую удар без оружия и холодным оружием наносит на 5 больше урона. Взять. О, мы уже что-то такое находили. Так, что мы в терминале полезного можем найти? Грузовой манифест и записи в журнале. Ничего интересного. Так, F5. Так, точно это дам. Так, раз у меня есть ядерная батарея, можно и винтовку взять. Так, тут ничего не было интересного. Ой, ёпт. Бля, вот он тут. Мама. А! Сзади. Иди вперед. Не надо. Так, очищенная вода, не вижу. Где мои жареные хрени? О! Изолента. Бам! Нав. Два противника. F5. Так, ну тут точно что-то должно быть помимо... Хотя игра... Этот... Перки достаточно ценная штука. Правда, нереалистично они получаются как-то.
Так, дикий гуль пожиратель. Чё себе. Ключ трейлера Wicked Spink. О, найс. Вот что за ключ был. Патроны, патроны, патроны. Граната, граната. Коллиматорный, тактически тяжелый. Ну, типа, это лучше. Прицел прикольно реализован, мне нравится. Так, все, да? Ух, ё-моё. А можно вот тут оставить? Так, кейс. Сходство одно. Кассия. Бенд. Два. Так, подожди. Так, скорее всего, А и что-то еще. Бенд. В бенде есть А, но в гоне нет. А, Е, А, Эй. Одно. Скорее всего, это Эй. О. Активировать единицы. Сменить матрицу характера. Работник метро, охранник порядка, пожарный, медик скорой помощи. Надеюсь, он добрый. Если вы получили травму, сохраняйте спокойствие. Защищать и служить. What the fuck? Ну, я тут... А, это вот с той стороны как раз таки. Все приколы я отсюда собрал. Ну, ладно. Что здесь у нас? Здесь... О! А! А! Откуда они? Плевуны. Попади! Оу. Вау. Мясо дутня. О, вкусняшки. Так, он там... О, ферма. Что за ферма, интересно? Так, у них куча тошки. Кусичка, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ну, у них ничего, кроме тошки. А что здесь кто-нибудь есть? О, привет. Ты здесь недавно? Если у тебя есть что продать, обращайся ко мне. Что у тебя есть? У меня товаров немного, но самое необходимое есть. Патроны, медикаменты и все такое. Хорошая идея. Арбуз. 12. Бейсболка. Так, ладно, что у тебя пару уж гладкоствольная хрень. Хрень. Ратыкс, арбуз, хрень. Шпильку заберу. О, партия бетона, древесина, кожа, ткани, партия удобрений, разводной ключ. Блин, все фигня. Ну, блин, можно тебе что-нибудь продать, ненужное мне. Вот это, например. Не знаю, выглядит неплохо.
Хз, даже что тебе продавать. Так, можно точно продать что? Аддиктол. Снятие всех зависимостей? Нет, оставим. О, арбузы. Нет, это хотел, кстати, вот бафаут, бельчь сухарики, бритва злак оставим, бурбон, вино, винт, водка. Вот эти готовые завтраки. Грязную воду оставим, жареный рот таракан можно теперь отдать. Хотя не оставим. Жевательные пластинки, картофельные чипсы вот эти. Кексы веселые, ребята. Ну все, ладно. Теперь у тебя есть куча приколов. Так, все. Мне еще не доводилось бы в Diamond City. Крупнейший город в Содружестве. Если тебе нужно прибрахлиться или что-то разузнать, лучше всего туда. Как идет торговля с Diamond City? Хорошо, когда у мужа руки до того доходят. Вернее, когда никто не нападает на ферму. Почему ты думаешь, я продаю патроны и лекарства? Если не можешь постоять за себя, Содружество тебя сожрет со всеми потрохами. Как-то мне не хочется. Прекрасно, в следующий раз так сразу и скажи. Не трать мое время попросту. Эй, мы же закупились. О, what the fuck? Маяк для вербовки пропал. А, мне типа надо ждать, когда люди пойдут в ту сторону. Жесть. Так, я хочу там арбузов наделать и... Пусть тут лучше арбузы будут. Арбузы. Вообще, ничего не показалось. Так, как нам, куда нам? Туда нам. Round. Так, давай-ка мы оставим тебе здесь арбузы. Будешь арбузы делать лучше. Делай-ка лучше арбузы. Sure. Все, она на арбузах. Так, Престон. Так, окей, что, все нормально? Даже что-то радаже работает. Так. Дерево 180. Так, ладно, сохраню сюда хлам. Так, окей. Еще раз, что тут по еде? Пища 3. Место 3. Защита 5. Вода 10. Окей, пойдет. Так, вот это уйдет отсюда. Все. Ну, конечно, хочется побольше всего сделать сразу. А, можно... Так, это тоже разбирается. Это хорошо. Но это нет. Так сказать, интерьер. Можно как-нибудь здесь сделать тоже прикольным. Хочу точно здесь кому-нибудь местечко сделать. Пусть радио работает. Какой-нибудь охранник? Чё, блядь? Откуда? Откуда? Я же хотел нормально все сделать. Так, ща, как-нибудь надо тут кроватку сделать. О, под лестницей прикольно будет выглядеть. Так, ну я вроде жив, хорошо. Так, кровать... Сейчас проверим, это влезет тут. Да,
Можно так сделать. Все, блин, не, не пролезешь. О, может так просто. Ну, так нормально. Ну вот хз, правда, не работает это, что люди приходят. Что-то как-то странно. Чё люди-то не приходят сюда? Вышка работает. Ну ладно. Может быть, со временем. Окей, куда пойдем дальше? Давайте отсюда. О, тут два. Прекрасно себя чувствует. Тут один. Суччинкуари 6 человек. Ну, 49. Эх, давайте там. Быстрее сюда. Стоянка грузовиков «Красная ракета». Способен ночной существо повышает восприятие ночью, а также может обеспечить ночное зрение в режиме скрытности. Фига. Ладно, не, все, не буду вас мучить. Пойдем куда-нибудь дальше. Потом займемся этим. Жители поселения, не получив специальных заданий, автоматически собирают ресурсы для строительства. Угу. То есть херней какой-то занимаются. Так, что у нас? Чувствуем себя плохо. Ну, погнали. Вон, вижу вышку. Можно к ней сначала пойти. А, вон самолет. Самолет. Проверил, нет ли у нас очков никаких. О, во! Еще броня? Это что такое? Как ее открыть? What? Бля, супермутант, это плохо. Точно, бля, не в начале игры. Одного бы убить хотя бы. Кто это? Почему он просто ходит? Так, очищенная вода, оружие. Так, надо очень сейчас внимательно быть. Хорошо. Так, эта мразь там. Хорош. Бля, это камень. А где этот труп? Супермутантов. Крышка, патрон. Бля, челика убили. Ну тут, конечно, тяжело было его спасти. Так, как открыть? Как открыть? Престон, как открыть? Там силовая броня, модель.
модельки никакой знает. Которую вы потеряли. Так, F5. Супермутанты, конечно, жестко. Так, какой-то домик. Вот светящийся. Хорошо, что нет. Наручники. Все серьезно. Ёпта! Может, они на тебя как-нибудь забайтятся? О, найс. Хорош. Бля. Сейчас убегаю. Надо похавать. Где очищенная вода моя? What the hell? Что это? А, да what the fuck? Что с управлением? Нет! Где моя мышка? И мышка просто в этот момент перестала работать. Эй, what the fuck? Эй, what the fuck? Я не могу управлять. Чё? Я не могу поворачивать в игре? Так, подожди. Сохранить. Что? Че за? Я не могу мотать. У меня мышка. Что? Ща, я выиграю. Окей. Сохранить новое сохранение. Подтвердить. Чё? У меня что-то сломалось. What? Сейчас надо перезайти. What the fuck? Чё? Чё за бред? Не пугайте меня так, пожалуйста. Я просто не вот это не могу нажать мышкой на эти. Фух. Все, починил. Жесть, страшно. Жестовый магазин работает днем, а по ночам закрывается. Ладно. Фух. Выжили, бля. Тут надо было наткнуться на этих уродов. Засветящийся гриб. Кстати, силовая броня, я вспомнил. У нас же тут есть силовая броня. Ну, где-то в этом... Где-то в этом месте. Куда-то в эту сторону, если идти, есть силовая броня. Сейчас найду. Так, тут, по-моему, очень сложно, да? Ключ от трейлера Wicked Spink. А, я нашел. Я нашел ключ от всех их трейлеров. Прикольно.
вообще здорово. Мне нравится. Во, где-то тут. Вот пути. По путям, если идти. По-моему. Вот она. Вот силовая броня. О! Варнет. Одно сходство. Это может быть или А, или Ва Гратес. Ноль. Так, значит, это не А и не Э. Ну, короче. И не Н. Ща. Так, только ненадолго, давай, окей. Навсегда? Нет. Донет. Одно сходство. Ноль. Ноль. Блять. Что там? Что там за слово? Блин, а окей, я вот ее получу. Да, тут как бы ноги нету. Но у меня есть рейдерская броня. В принципе, если это Т-60... Ебать, это Т-60, как будто реально. А, Асисес. Ноль. То есть ни А, ни С, ни Е, ни С. Да. Так, ну это Е. Это тоже Е. Девойд. Это тоже Е. Деваут. Вот. Ноль. А, бля, тут Е есть. Хавинг. Что-то похожее на хавинг. Потому что здесь или Х, или В, или Г. Сука. Я тебя достану. Я ж тебя достану. Ты ж, падла, не убежишь мне, я тебя достану. Так, давай. Beaten. Сходство 3. То есть, блядь, но какие? Арива. 0. То есть это не А. Не Е. То есть Б, Т, Н должно быть там. Б, Т, Н нет. Б. Что? What the fuck? Блядь, какой пароль? Почему нельзя пароль? Пароль. Может, просто на бум? Так быстрее, наверное. Давай, abound. Dipped. Бля! Вритер. Блокировку. Не вритен, не бритен. Уже добро стоит таскать с собой? Ты не видел мой... ты мой переносной склад. Что ты вякаешь? Помог бы лучше, блин. Видишь, не справляюсь. Момент. Один. Циркус. Один. Да какое, блядь, смотх? Я I don't know. Я вообще I don't know. Как это? Ну, типа, я понимаю, но а чё так сложно-то? О, паркур, паркур. Ого. Ну, чё-то прям далеко. Бандл. Дифри.
Ну, смотрите, в бандл у нас есть D, это нет. И E, то есть это F и R. Где ищем F и R? F и R. Да, скорее всего, во. Ну, R и F. Где еще тут R и F есть? Я не понимаю. Лакуя. Барби. Ура. Да ну. Воу. А я могу как-то? Приступаю. Мне туда не добраться. Добраться? Чё ты мне? Чё ты мне гонишь? Выполняй, генерал. Куда ты? Over here. Got it. Okay. Sorry, General. I can't get to it. Move here. Aye, aye, sir. Hey. What is it? Рабочая броня, блин. Ну, было бы блоков побольше, наверное, ядерных. А что за броня? А, это еще одна Т-45. Ладно, я отправлю ее пока в санчкуаре. Будем ее надевать на какие-то специальные задания. Для специальных заданий будем надевать их. Бля, она без ноги. Но сюда можно поставить рейдерскую ногу. Так-то. Сейчас я найду ее. Так, наверное, лучше. Одежда. Вот. Это у нас силовая броня рейдера. Левая рука, голова. А, у меня нет. У них нет. Знаете, я, наверное, ее поставлю куда-нибудь в другую. Это, конечно, немного, но надеюсь, поможет вашему делу. Вводи неприятности. Я не понимаю, куда надо поставить вышку, чтобы она приносила людей. Может, туда еще? Подожди, вот у меня она тут стоит. Чё? Let's trade. Ты что-то хотел? Пробуй на это делом. Взрослый мужик, который сидит и жалеет тебя. Это неприятное зрелище. Так, у меня нету апну... Так, а чтобы построить магазин, мне все еще нужно это, да? Сейчас. Магазины. Там, допустим, оружие. Второй уровень, местный лидер. Маленький магазин оружия. Ну, оружейный магазин тогда надо сразу делать, и все. Короче, сейчас ждем, когда апнется уровень. Это сколько нам ждать? Ну, пару заданий. И как раз таки апнем. Теплица Гринтоп, поговорить с жителями. Как раз пойдем выполним это задание. Костюм мусорщика. Можно снять шлем. Ну, он сопротивление радиации, урону единичку дает.
Такой типа дурацкий, ну пойдет. Так, все, пока отдыхаем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заходите завтра. Также вот заходите на Boosty. И покупайте вот этот балык Вернер. Очень многобелковый перекус. 100 рублей.